Государственная Третьяковская галерея представляет выставку под знаком Малевича, сообщает портал «Культура». Эта экспозиция продемонстрирует графику самого художника и мастеров его круга. Обратим внимание на то, что самое знаменитое полотно Малевича «Черный супрематический квадрат» впервые было показано публике на легендарной последней футуристической выставке под названием «Десять сотых». Она открылась 19 декабря 1915 года и демонстрировала намерение художников завершить историю футуризма и начать новый этап – переход к супрематизму. Как заявляют организаторы, выставка состоит из трех разделов. Первое – графическое наследие самого Казимира Малевича. Два других раздела рассказывают о художниках, развивающихся супрематические идеи мастера.